что подобные ограничения могут сказаться на работе финорганизации. Доходы банка за 9 месяцев этого года от операций с наличной валютой составили 1 300 000 000, а расходы 297 миллионов. Вычитаем разницу, получаем 1 миллиард. При этом чистая прибыль всего 76 миллионов. Возможно, это будет действительно сделано через дополнительное, то есть через увеличение комиссионных отчислений. Но по-любому часть доходов из-за этого банка выпадет. То есть надо будет каким-то образом компенсировать. Дело в том, что у них высокие затраты на обеспечение бизнеса, на содержание сети, на содержание сотрудников. И, соответственно, каким-то образом нужно будет вопрос решать.